творить добро и помогать людям – это истины, заложенные во всех мировых религиях. И не стоит мириться величиной оказываемой помощи, потому что и мало кто способен совершить великие дела. Главное, чтобы помощь шла от сердца. В этот ясный солнечный день мусульманская община Пушкинского района продолжила традицию совершать добрые дела на благо города. Религия ислам повелевает нам, чтобы мы творили как можно больше добра. Потому что эта жизнь, мирская жизнь, она временная, она очень быстротечная. И в любом случае последует вечная будущая жизнь. И вот для того, чтобы обрести благо не только в этой и в будущей жизни, мы хотим как можно больше сделать добра. Более 20 прихожан мусульманской общины Пушкинского района решили помочь Пушкинской 7-й школе и привести в порядок проржавевший от времени забор. Щетками, кистями и краской мусульман снабдила администрация Пушкинского района, за что община ей очень благодарна. Мы договорились совместно с администрацией Пушкинского муниципального района помочь Пушкинской средней школе номер 7 микрорайона Кудринка покрасить им забор, который проржавел со временем. И вот хочу выразить большую благодарность, спасибо сказать администрации Пушкинского муниципального района в лице Сергея Михайловича Гребенюченко за то, что помогли нам с материалом, с инвентарем, с краской, с кисточками. И вот мы сегодня с прихожанами нашей мечети, нашей религиозной общины мусульман города Пушкина, вот такой проводим вот покраску забора. Мусульманская община Пушкинского района не собирается снижать темпы, с которыми она взялась за это благое дело. Участие в субботниках, уборка кладбища, покраска забора 7-й школы – это не все мероприятия, в которых они принимали живое участие. В планах общины продолжат работу на благо района и города.